Всем привет-привет! Теперь в следующей серии, которая вот эта, как я и планировал, нужно метнуться к Копланду. Все-таки, может быть, у нас хватит очков. Очков. Репутации для того, чтобы там проапгрейдить байк. Там я ему направил одного типа, которого освободил. Вот такой план. Потом обязательно к бухашке. Там будет какая-то миссия по воспоминанию. Ну, типа того. О, у меня, может быть, даже до бухашки хватит. Ну, открывайте хватит. Уже. Порядок. Открывай. Ага. Открывай, открывай. Порядок. Ты что-то ищешь? Ищу. Сейчас я зайду сюда. Я тобой еще недоволен. Просто смотрю. Так, что? Недоступных заданий. Здорово. Давай я тебе сдам всякого. Опа. Ушек я тебе. Сейчас подгони так, 12500. О! Все равно не хватает. Да что ж ты будешь делать-то? Да, ты убивай, а я буду считать. Пока что это все. Так, ты убивай, я буду считать. По рукам. Все, отдал. Ладно. 3000. Не очень много и денег-то с другой стороны. Да и заданий не дает. Но вот. Вот этим мы должны будем отыграться, я так понимаю. А? Нет? Да что ж такое? А, все. Подняли. Уровень доверия повыше. Долго ты соображал. Давай. Травок немножко, отравок тоже сбагрим. Так. Отлично. Эй, Ди, как жизнь? Зашибись. Слушай, Покеда. Если что нужно, ты всегда заходи. Ладно, ладно. Ну, ну, тортопедик-то какой стал. Фарка, крылышко. Красота. Ну, присядем-ка. Присядем-ка. А? А? О, какой. Новый видос. Теперь на заставке тоже поменяется он. Надо будет потом сделать скриншот. Дик, это Коп. Слышишь? Копленд, да-да, я здесь. Я так понимаю, у тебя для меня дело? Ну ладно, я заеду. Конец связи. Короткий разговор. Недолюбливает он его. Вроде как. Сент-Джон, это Копленд. У меня есть запчасть для твоего байка. Да у меня не хватит кредитов. Как наберешь, зайди к нему. Он сделает. Конец связи. Опа-на. Что-то появилось? Мне даже интересно. Дикон Сент-Джон, это Марк Копланд. Я просто хотел извиниться за тот случай с байком. После всего, что ты сделал для лагеря... В общем, я понял, что ошибался на твой счет. Короче, извини. Хераси. Вот так. Мне показалось, или там петух закричал? Порядок. Так. Че у нас там? Ага, наверх. Навейх. Ладно, что, коп. Ну, все равно мы у тебя будем, коп. Блин, а почему в кофр нельзя положить? А? Можно же свое что-нибудь собрать и положить, нет? Давай попробуем. Посмотри, что это за выпендрёж такой? Я же могу подойти и... Ничего нету, да?
Не дает. Ну это же логично. Раз и туда что-то засунул, когда насобирал всякого там патронов. Ладно, не буду придираться. О, да, наконец-то керосинчик. Найду тебе применение. А то я это очень сильно потратился. Тут раз и забыл все это создать. Керосинчик еще где-то, по-моему, он здесь валялся. Ага. Керосинчик очень надо. Тряпочки, сейчас все соберу, а то забуду. Немножко поправлю здоровье, так скажем. Так, да, и здоровье получается, бутылку, тряпочки, все дела. Сейчас еще за керосинец можно. Керосин, кстати, да, иногда прям очень сильно выручает. Что там у нас еще спрятанное есть? Растеница. Ну, это, в общем, такое. Собирательная серия такая. Что-то полиция тут. Полиция тут рыщет. Так, там кедры. Вы чё? Не надо ничего открывать. Так, это моцик. Чё, есть ещё чё забрать? Вот, чуть не упустил тряпку и бутылку. Что-то не хватает, наверное, керосинчика, что ли? Да, керосина не хватает. Так, порох, вот. Про него нельзя забывать. Дрына 100%. Нормально. Все. Так, мы же бомбу, наверное, можем, если что, дымовую сделать, да, камень. Манок делать не можем. А дымовых бомб 3 набран. То есть создать-то, собственно, что там нужно? Банки 3 есть, тряпок 10, пороха 2 есть, лома 10. Ну, много чего-то можно будет делать. Опа. Вы слышите? Я вот в наушниках очень хорошо слышу. Классно. Гром где-то вдалеке бабахнул. Ой, какое классное утро. Эх. Бухашка, привет. Хоть поговори. Чё, как дела? Нет? Ну ладно. Так, что здесь собрать можно? Ничего не нашел? В шкафу? А только у торговцев? Или в шкафу тоже можно? В этот основное нет оружия. Пистолет выбрано. Вот, классный пистик. Состояние плохое. Как его и купили, плохое. Не знаю, что можно ремонтировать, нет. Так, состояние плохое. Состояние среднее. Ох, карбалетик. Нет, здесь нельзя. Никаких припасов. Ну, собственно, смысл есть ломануться. К Такер потом будет боеприпасы всяких набрать. Давай начнем воспоминания. Эй, а ты не отвечаешь по рации? Да. Не Паш? Знаю. Эй, стой, стой. Все нормально, нормально. Просто... пытаюсь, короче, просохнуть. У тебя жар. Башка раскалывается. У тебя жар. Нет-нет, я просто устал. Короче, жди здесь, лежи, что-нибудь придумай. Да не нужна мне нянька, расслабься. Черт. Давай-давай, соображай, думай. Не успел скриншотик сделать. Классный момент был. Далеко. А, ну это память. Это что-то из памяти он вспоминает. Иди сюда, покажу тебе, что ты ищешь. Я уже нашел. Ну все, хватит, соберись. Я весь собран. Так, вот это называется лавандула ангустифолия.
Лаванда? Ну, я еще плачу студенческий кредит, так что мне ближе латынь. Угу. А так лаванда. Ну, правильно, зря что ли бабло платил. Так, дай-ка мне руки. Значит, одной рукой берешься за цветок, а другой рукой за стебель. Ага. Да, вот так. А потом медленно тянешь. Ну, я умею грядки полоть. Извини, но это тебе не сорняк, тут надо лаской. Ну, тянуть-то можно. Да, но очень нежно. Ты готов? Ага. Давай. Вот так, отлично. Чё-то воняет твоя лаванда. Так, ладно, ты подержи, а я еще соберу. Так, почему лаванда? У нас лаборатория на ушах стоит. Ребята вроде как нашли подвид с мутировавшими монотерпеноидами. Они производят измененный линолол, который... Это прям охренеть информативно. Спасибо, Эйнштейн. Извини. В ней есть вещество, из которого можно синтезировать лекарства. Фоторежим можно врубать. Для ожоговых больных. Там, откуда я родом, лечится только одной травой, которую надо курить. Бухарь знает одного парня, у него тут рядышком своя ферма. О, прекрасно. Бухари упекут за решетку и тебя с ним заодно. А что вы еще делаете? Небось, всякое там химическое оружие? Нет, нет, нет. Ну, по крайней мере, не я. Да? В контракте прописано. Мои разработки не могут быть использованы в военных целях. Смотри, тут еще есть. Нет, стой. Да ладно, вода же теплая. Стой, да стой ты. Что такое? Да нет, я не про кофточку. Ну, в чем дело-то? Долгая история. Ну, ничего. Можем погулять. Я люблю гулять. Дикий, ну ты че? Ну, расскажи мне про свои растения. Серьезно? Ну ладно. Например, вот это адвентивный вид. Ты ждешь вопроса. Несвойственный данной местности. За это скажи спасибо Огдену. Кому? О, черт, я спросил. Питер Скен Огден, первый исследователь этой части Орегона. Он и другие первооткрыватели всегда брали с собой в походы лекарственные травы. Некоторые они обронили, и теперь они растут здесь, в основном на берегах маленьких озер и прудов. Первый белый исследователь. Ого, надо же. Да ты борец за политкорректность. А ты напрасно ведешься на стереотипы о байкерах. Мы вообще душевные ребята. Ага. У нас в клубе есть несколько черных братьев. Ты знаешь, я здесь вообще цветных не видела с тех самых пор, как приехала в ваше райское захолустье. Да, Джек специально пригласил пару ребят из Сакраменто, просто чтобы постебаться над скинами. Да ладно. Шучу я. Джим мой старый приятель. Я сам его принял в клуб. Мы с ним вместе служили. Загляни как-нибудь к нам в клабхаус, я вас познакомлю. Он тебе понравится. С юмором чувак и делает убойную Маргариту. Мне в понедельник уже с утра надо быть в лаборатории. В 10 ровно мы уже будем в твоей... Собирать лавандочку. Вот лаванда. То есть где-то у речек, что ли? Нет, хотя мы там по пути шли. А, одна есть. Поздравляю. Так, кому-нибудь опять морду нужно будет начистить. Ой, ой. Какое-то сообщение появилось. У Дикого. Или он подумал, что-то я далеко пошел. Дикий. Лаванду видишь? Нет? Ой, какое знакомое место. Скажу я вам, ребята. Опа. Что-то решил Дикий, что туда лучше не ходить. И мы с ним, пожалуй, согласимся. Ну что такое? Где лаванда? Горная лаванда наших встреч с тобой.
цветы какие-то, в общем-то. Но я извиняюсь за свое чувство. Нет, как это правильно-то? И вообще, кстати, о видео, то есть, в общем, про чувство слуха, про видос. Видос, который был, то, что не снял он. А, ну вот же, блин, балда. Володя опять сейчас бомбить будет. Как его? То, что он не полез в реку. Он типа плавать не умеет, наверное, я так думаю. Поэтому и в реке-то погибает. Три штучки. Последняя. Ага, неси сюда. Оу. Боже мой, не перевелись еще рыцари, Фервали. Ну, а чего рыцарей зря переводить? Эй, ну вот, помял. Ну что, мы хоть потом-то это скурим? Нет, мы потом это выпьем. Я делаю убойный травяной чай. Забористый? Так, короче, заходи ко мне в гости, я тебя угощу, если подбросишь до дома. Идет, договорились. Тебе точно понравится? Вот только пивка мне, прихватим по дороге. Так, сейчас можно словить скриншот успеть. Наверное. Давай. Не знаю, тут росток повылазил ночью из гнезда. Же я охерел. Надеюсь, успел. Прополка сорняков. Задание выполнено. Почему-то на 82. Ну, наверное, оно с такой сюжетной линией, я помню. Еще прибавилось. Дайте мне пару дней сюжетная работа. Найти лавандочку. Найдем. Ладно. Ну чё, бухашка? Чё это у тебя тут? Ты чё тут раскидал? Приберись, слушай. Бухашка. Ай-яй-яй. Кстати, о птичках. Особое. Что у нас там с патронами? Пополнить запас. Пополнить запас. Лагерь Коупленда. 69 монет. Кстати. А, из лагеря Коупленда пополняется, да? Так. Здесь что? Сколько монет? А выбрать нельзя, да? Там вообще мало денег. Нафиг. У Коупленда что-то я поторопился, ладно. Где у нас лавандочка растет? Знакомое место. Что это у нас? Блокпост, наверное, здесь. Здесь дружки у нас были. И, собственно, это еще раз как раз подтверждает то, что говорил сенсей, то, что... Не лази раньше времени по всяким там неры и тому подобное, потому что тебя по заданию все равно туда отведет. Ну вот на это вот задание есть же, посетить, это сюжетное. А здесь как раз по... Это задание по... Собиранию. Стройную толпой идет орда... На водопой. А цель моя — убить орду. Показать, как это сделать достаточно легко, так назовем. Правда, сейчас ночь. Уж не знаю я, удастся это или нет, потому что они чувствуют просто отвратительно. У них нюх прям такой, что... Не подходи, называется. Пусть они все подойдут. Нужно манок. Ой, разбрелись они богаты. Боюсь, что не получится.
Ой, богато разбрелись. Орда у поезда смерти уничтожена. Вот таким вот простым и незатейливым образом можно уничтожить орду. Может быть, ее можно уничтожить, пока она идет жрать. Там канистры стоят. Большая цистерна тоже взрывается, кстати. Вот, лагерь Коупленда. Истребитель Орд 3%. Эх, сколько же их тут. Задача. Орды наши самые опасные враги. Когда-нибудь, когда я буду к этому готов, Ясха, сожгу их всех дотла. Еще трофеи. Очко навыков. Ё-моё. Кто там? Тут цветочки. Да, неплохо. О, господи, вот это замес. Может, найдется вот что следующее. Что-то тут еще и нашел. Так, во-первых, собрать цветочки. Что-то стоящее? Замес? Может, наверху что-то? Что-то случилось же здесь, правильно? Наверху, наверное, получается. Фух, первая орда. Хорошо. Нет места. А бинты? Хорошо. Бинты, это хорошо. Можно создать. Так. Лом. Металл нужен. Да. Очень хорошо. Все очень удачно. Использовать лестницу не надо. Что-то здесь такое, может, задание какое-то. Раз он говорит, вот это замес. Или про ресурсы просто. Ладно. Соберем лаванду. Горную лаванду. Для бухашки. Настроение улучшилось. Ачивка получена. Так. Лаванды этой набрать. Всегда нужно. Так. Всяких растений набрали. Так. Как хорошо, когда нет орды, которая здесь мешала мне. Все карты мне портила. Прям все карты. Так, что, бензик появился, а то мы его там разорвали. Нет, здесь не появился. Ну, он попозже обновится. Так, где мой тортопед? Спать? Нет, мы сейчас поедем к бухашке.
делать ему растения. Мази целебные. Так, карта. Бухашка, давай поправляшку делай. Быстрый переход. Продолжить. Давай, заезжай скорее же, дождик пошел. Черт! Что-то я подурить решил. Подрифтовать. Так. Вот так. Заправимся и сохранимся. Во всех смыслах.